Всем привет, меня зовут Алексей Халецкий, а это значит, что вы на канале Лёша Играет смотрите продолжение партии за Португалию в Sid Meier's Civilization 6 в ФФшечке на десятерых. Если вы случайно наткнулись на это видео, то лучше перейдите к первой серии, ссылка есть в описании и в прикрепленном комментарии. Всегда лучше смотреть с самого начала. Ну а спонсоры канала всей серии видят сразу во вкладке сообщества, большое спасибо им за поддержку. Всем вам приятного продолжения просмотра и слава Украине! Да твою мать. Надо ли мне тут акведук ставить ради... Ладно, давайте. Так и так. Что там? Что за ученый? Блин, для химии озарение. Хрень полная. Ну, то есть у меня и так уже озарение для химии есть. Так, 190 куб. Нет смысла строить дом собрания, если его можно за веру купить. Такое мое мнение. Так, ну я бы добил, наверное, на Ланду. Или Гонконг. А, на Ланду надо будет добить, но когда лабы я уже смогу строить, тогда... Ой, блин, я ж тут не построил... Эту промышленное производство. Брат на Норвегии, выручишь на охоту. Давай. Блин, венгер. Я, подожди, это англичанин. Англичанин, нахрена ты это сделал? Я в век вышел. Вот это недружественное было, короче. Мне очень не понравилось. Какая досада, мне очень жаль. Скобочка нет. Ты ему войну обидел или что? Не, он перекупил... Да мне пофиг, что войска... Ты перекупил ГГшку мне. Ну перекупи заново. Знал место для появления. Спрятал. Не спрятал, а заботливо укутал своей заботой и вниманием. Ланды спокойно, никому не говорить. Блин, у Лёши 400 науки вход. Здесь живут драконы. Ну конечно. Лидера. Согласен. Так, почитайте проект, и у вас только будет. Зачем тратить на проект? Ну вот видишь. А мне надо тратить на проект, а вы не хотите тратить. А кто из нас Лёша? Вы, очевидно. Нет, Лёша из нас точно ты. Ну это, знаете, я ваших паспортных данных не видел. Скорее всего, вы тоже врете.
Вы все прете. Я уверен, что большинство из здесь присутствующих Алёши. Я Олег. Олег Сей, да? Да, да, сокращенно от Олег Сей. Дед. Пойдем. Да, сейчас. Так, стоп, а почему я не могу? Да, да, перерыв, я... Да, перерыв. Или я уже поставил тут корпорацию? Нет. Хочу кинуть союз и отойти. А, в этом городе уже есть корпорация, точно. Да, начнем сюда. Вот оно чё. Ну чё, 10 минут, да, перерыв? Да. В 17. Начинаю. Так, я везде покупаю лабы. Все, пока деньги закончились. Ладно, тут лабу построю и куплю дом собраний. Дед, у меня есть янтарь, я просто с кем-то что-то зачем-то поторговал его. Сделка. Кир, сделка. Китай, сделка. Может, тут что сменить пока? Ну, у нас просто жадные бароны. Ацтек. Слишком много несчастья добавится. Ну вот, а где моя сделка? Слишком... Нет, это мы ничего не ставим. А чем мне с тобой торговать? Вот первый посол. Я куда-нибудь хочу отправить. И я с тобой поторгую. В Кардифф, наверное, и Мехико. Да. Ладно, иду я. Теперь точно меняем. Плюс 2 к влиянию. Рационализм нет. Эти мне караваны больше дают, чем рационализм. Ну и вот это надо поменять на соседство промышленной зоны. Наверное, да. Или на уголь. Ладно, давайте в соседство промышленной зоны. Так, ну я выгляжу очень мощно, по-моему. Китаец, давай я там буду этот... Китаец, ты тут? Так, ну, в общем, план у нас простой. Мы тут везде закупаем лабы. В это время идем в плотины. То есть мне сказали, что они плотины должны быть вот по очереди где-то здесь. А, и параллельно нам нужно торговца великого купить, чтобы в Каимбре создать... корпорацию и чай производить и раздавать в городах, где куча науки. Куча науки должно быть дофига, по идее. Забыл после сейва включить запись, но тут ничего особо важного и не произошло. Просто скупаю лабы, как деньги появляются. Поторговал там ресурсами.
Так, давайте глянем, что у нас в городах здесь. Еда, рост. Тут можно чисто на производство. Хотя тут сейчас порт построится. Хотя тут порт построится, да. Что я? Появится жилье. Так, а где-то я тут еще священное место сделал. Ага, в Гуарде. Блин, в Браге надо священное место поставить. Наверное, вот сюда. Кстати, я сейчас уберу здесь. Ну, правда, когда будет 10 жителей с другой стороны. Как тут вырасти до 10 жителей? Как у кого-то удачи. Кто посмел? Подожди, за электричеством еще 3 техи? Зачем? Ну, компьютер, ты сказал, что за электричеством? Я сказал, за двигателем внутреннего сгорания. Ну, двигатель внутреннего сгорания, за двигателем внутреннего сгорания электричество. Правильно, и за электричеством 2 техи по той линии. Извини, есть... там ракетостроение, потом пластмассы. Да, по той же самой. То есть четвертая, грубо говоря. Через 3 техи, да, через 3 техи четвертая будет компьютеры, так? Сейчас, подожди. Скинул Дискорд. Так, понятнее? Ты обманул. Ну я же сказал, по той же самой линии. Ну какой? Мне... Ну они не связаны же. Не вот связаны, ты гад, да? А? Не связаны, все правильно. Почему сразу гад? Я же подсказал, куда идти. А что, тут разве не дает жилье? Странно. Ладно, тогда давайте... Тогда пригород надо построить. Вот здесь. Так, слушайте, а все, я уже лабы везде купил, получается. Ой-ой-ой, что тут происходит? Блин, там плюс 2. Ну, надо ставить тут плюс 2. У меня, походу, будет затапливать, потому что я не туда пошел открывать. Китаец, там уже у города нету никакой защиты, уже можно забирать давно. Да, спасибо, сейчас скоро. Сейчас вырастет до 10, я здесь поставлю священное место. Что-то у меня подлаги начались. Удивительно. Да, мне надо было, конечно, пансионно-рыбацкие лодки брать, а не соседство-то с тропическим лесом. Боже, сколько у меня производства тут было бы дополнительно. Ошибся. Ошибся. Странно, мне что-то казалось, морской порт дает жилье. А с другой стороны, с хрена ли он должен давать жилье, да? А вот плюс один жилья.
Дает все-таки. Что-то порта прям вырос в тот момент. А, вот же жилье. А, это пригород я построил. Блин, что тут обрабатывать? Тут и нечего уже обрабатывать. Тут у меня рабочих лишних дофига. Так забирают Китай. Осуждаю. Ну, у ацтека 1500 силы, у Китая 200. Какие-то линкоры вообще вон приплыли. Слушайте, так мне надо нефть открыть сначала. Получается... У нас юниты тут есть, да, посильнее мушкетеры, бомбарды. Кстати, две бомбарды. А, ну все, я уже открываю эту теху. О, лабы плюс 4. А вот это зашибись. Ускорено радио. Линкор с первым уровнем и один... Ой, прям бусечка вообще. Так, а с Пекином у нас... Тринадцать ходов, да, я не смогу забрать города. Блин, это что за хрень тут... приплыла? Может заплатить денег? Куплюсь.
Это баги у меня начались. Что начались? Мне мою территорию не показывают. Так, ладно, я осуждаю вот это твое действие. Понимаю, если ты осуждаешь. Да, мне тоже нравится. Мне нападать на твой юнит, Венгар? Я не тебе войну объявил. Ну, я понял. Ты не предупредил. Я ему просто науку сбил. А наука португала тебя вообще не смущает, да? Так я проекты читаю. Еще раз повторю. Посмотри, где он потехом и где ты потехом. Ну, посмотри. Ну, смотрю, у тебя 49 тех, у меня 43. Ну, по древу тех-то он дальше находится. Ну, потому что меня обманул. Венгар, блин. Видишь, как я против вас двоих технично. Да, но там ученые на лаву еще. Блин, с двумя научными ГГшками у меня война получается. Блин, еще Йоханнесбург есть. Может, в Венецию лучше отправить? Можно, пожалуйста, я перезайду сейчас. Ну, давайте. Я сниму таймер. Mm-hmm. Снял. Так, ну я назначу Амани в Венецию, пожалуй. Я мне срапаную. Ой-ой-ой. Перс предложение. Давай за 400. Для португальца это что-то не цена. Хорошо. Давай. Thank you.
Я думаю, что Рапануи что-нибудь разграблен, но он тут мне сейчас может кучу караванов пограбить. Вот в чем проблема. Так, у меня там дешевле и миссионеры, и апостолы, да? Я бы миссионерами попробовал чисто. Тут банк надо построить, чтобы туда вот это производство чая складировать. Портсмут классный город, нравится. Красивая. Портсмут, да, вообще зашибись. Город мечты. Это город, который существует, пока существует культурный союз. О, можно еще один поставить над Йоханнесбургом. Сейчас займусь. Ну, там уже не моя лояльность. Не-не, на островке над Йоханнесбургом нет лояльности. А что там? Раз, два, три, четыре... Четыре рыбы. Нормально. Ну да. Вот если бы еще риф был... Но нет. Ты думаешь, я не поставлю? А я поставлю. Ради бога. Заманаешься потом все это забирать. Ты думаешь, у меня планы на то, чтобы тебя забрать? Кто знает, кто знает. Не. Я вижу, он дефуюсь. Ощетинился 5 военниками. Я там, видишь, забафал тебе промзону своим военником. Не забафал. А, надо еще один район поставить, да? Да. Организуйте, пожалуйста. Англичанин, предложение. А есть Альгамбра? А, нет, уже нет. О, терракотку можно построить, заебись. Мне прикалывает, что у Ацтека монополия на вино один из одного. То есть у нас что, один ресурс вина? Тупые. Да. И у него монополия. Кайф. Мы, короче, играли на архипелагах, и я поставил второй город на чай. И смотрю, у меня на 10-й ход, или на какой там ход второй город встает. 50 голды в ход, так удобно. Да, это вообще. Обожаю такие монополии. Так, британец, еще одно предложение, еще один интерес нашел, которого у меня нету. Дед, ты тут. Я захожу еще. Okay. А вот кто видит красители на карте? Красители? А что, есть такой ресурс? У перса есть. Не, ну так я перс. Я просто вижу их, есть 6, я уже нашел. Их 3 подряд. Так, соль, интересно. Неплохо. Торгую ли я солью уже или нет? Ага, торгую. И только 2 обработанных вообще в игре. Так, что я еще могу купить? Черепахи у меня есть.
Ну, от красителя у перса. А мед? У него просто одно оно. Ты мед уже прекратил торговать? Нет, это... есть. Да-да-да, иду. Слоновая кость от стек. Как не утонуть? О. А что, далеко? От стек предложение. Блин, один ход. А я тут не выхожу в эту... То есть вот тут у нас плотины, понимаете? Че жопа. У меня в каждом городе уже сидит военный инженер. Норм. Строй дороги. Что танки венгры быстрее в тебя приехали. Нет, чтобы денег больше было. Че минус два каравана? Чей шпион сломал мне промышленную зону? Мой. Слышь, Ацтек, там броненосец Мехико около Тлакопана мои караваны к тебе грабит. Это я. А, уголь закончился, брат. Неплохо. Так, я давайте смотреть. Из Лиссабона. Из порта. Раз, два, три. Четыре, пять. Из Лиссабона вообще один, что ли? Два. Значит, из Лиссабона можно один. Понта дель Гада. Раз, два. Три. Из Гуарда раз, два, давайте из Гуарда, еще одного, из Бежи и остальное из Визеу. Все, отлично. Тайс, ты Чхучхон не заберешь, да, уже, я так понимаю? Есть определенные проблемы. Уже посчитался, да. Есть некоторые сложности тут возникли, да? Этот смех от стека, да? В том числе. Там не только я смеялся, не буду врать. Ты громкий всех. Мы все тут приложились к этому. Не, ну, как бы... Мне нет оправдания, признаюсь честно. Но ты бы мог и получше постараться. Не, ну ты хорош, хорош. Да не то, чтобы... Как себе. Стек такой большой, вот как его накрыть? Одно ядерное термоядро. Да. Не, ну смотри, ну как бы у тебя есть как раз-таки повод покоперировать с окружающими. Очевидно, что бомбить меня будут трое. Ну и может быть наверх присоединиться в конце этого процесса. Так что если втроем, прекрасно все докрывается. Отлично. А на Лешу где мы ядра возьмем тогда? А это уже другой разговор, надо выбирать, кому вот, вы хотите, вот. И к тому же, как бы, ключевой город сбомбить можно и кому угодно.
А там, так, ну, слушайте, типа, а я забыл, а что, а еще мы договорились по поводу ядер? 4-2 за каждой столице плюс 1. А, тема. Понял. И у ацтека получается до хера ядер. Но у него 2 не столицы. Не может такого быть. 4-4 у него. Ну это если еще уран будет, если еще выйдем. Может мне раньше потопит, я же не знаю. Ну, биржу тут надо строить. Предложение от стек. Хорошо. Так. Сколько еще? 4 хода. Китай пал. А ты еще можешь поиграть. Он столицу потерял вторым городом. Да ты угораешь. Не, ну ты и так же. Смотри сам, имеешь право ливнуть. Осуждать не видим. Ребят, я могу уйти, потому что у меня столица упала. 4 города осталось, один в окружении полном. Да, можешь уйти. Спасибо за игру. Спасибо, спасибо. Был определенный план на игру, но он не сложился. Я постарался. Да, блин, вы прикалываете. Ладно, давайте мы радио откроем сначала. Черт. Нет, а Сэх очень повезло. Я тут врать не буду, прям нереально фартануло. 4 монополии на старте, это... Я думаю, можно было и лучше сыграть. Все, всем спасибо большое. Спасибо за игру. Спасибо за игру. Так, слушайте, мы радио сейчас ускорим. Давайте так. Ну, у меня вот это волнует, вот здесь. Так что в бежу давайте. Военного инженера. А с этим, с компьютером нельзя торговать, только объявление можно. Какие сделать заключения нельзя. Ну, китайцы, правда, широковато расселились. Тут не слух. Широковато, да. Инк, предложение. Так, я так понимаю, что у всех как-то с углем не очень, да? Да. Есть такое. Ну, больше всего удивительно, что это у Англии мало угля, это же обычно. Кот гонит, у него 4 источника угля, 3 точно есть, 100%. Нет, это ты угольные электростанции видишь. Под ними нет угля. А, они тоже отмечаются на уголь? Да. Ну. Не, если, и реально, если бы у него был уголь, у него бы... Я вот постоянно смотрю, вообще не вижу, чтобы британец типа там как-то сильно с углем сидел. Да, в конце хода. Так я могу автосейв загрузить. Или доиграем этот ход? Я бы походил ход. Okay. Так, что у нас с алюминием? Угу, зашибись. А, вот есть алюминий.
Подождите, я тогда таймер уберу, чтобы все нормально доходили. Обращаю, потому что мне это культуру дает. Блин, наверное, все-таки апостолов надо. А где у меня еще один был? У меня 4 миссионера должно быть. Офигеть просто. Что случилось? Алюминий увидел. Ну, то есть фактически я захватил 3 империи и один алюминий на 3. Бывает. Согласен. Это я не сильно в онлайн играл. Когда сейф, это просто в лобби потом зайти? Да. Ну, там мы сохраняем... Да, пересадят в лобби, по ссылке просто перезайдем, продолжим. Угу. Смысленно, где остановилось? Зразумело. Да, все, у меня уголь тоже закончился. Тоже один сегмент. Да. Это радует. Я так понимаю, плюсик, когда походил, чтобы засейвили? Да. Блин, на Англии 120 промки в городе. Ну что такое? Синяя чумочная. А сколько довольства? Минус один. То же самое. Не, я строю эти и развлекаловки, и все, и сейчас Занзибар заберу обратно через несколько ходов. Будет полегче. Хорошо быть ацтеком. Санитейшн до теха, который их открывает. А, окей. Ну, у меня не было, что там на фашизм надо? Эти академии? Три военные академии. Да, у меня только один военник, так что я так хардом сыграл. Мои ты наблюдаешь прям по периметру. Да, тут нам лаба нужна. Военник, блин, это опять привычка вот эта из ББГ клепать военники. Ну, потому что ББГ дерьмо сбаланшенное в танки, а классик дерьмо сбаланшенное в самолеты. Все. Не, но это привычка, чтобы нефть была. Ну и плюс военник еще заменяет немного промзону. Там надо больше промки. Это да, но нефть это главное. Нефть это двигатель жизни. Как говорится. Так, слушайте, 10 ходов. Я это опять что ли потопит? Темную эпоху? А, ни одной клетки не топит. Блин, а сочкот уже топит. Жесть. Кстати, да, это рандомные техи. Скажите мне, пожалуйста, вот мне интересно. Если затопит риф, не риф, а этот, геотермалку, она же перестанет бонус давать? Да. Логично. Да. Ну, почему? Так, надо как-то корпуса поделать. Денег-то у нас дофига. Так, что у нас? Где у нас еще юниты? Что, уже все загрузились? Ага, вот тут надо будет купить. И все, кстати, больше нету военных. Кажись, 6 из 7. А где Ghostfish? Что? Около Канди. Клан.
Около Канди. А где Канди? На моем острове. Зачем тебе вообще? Да он мне грабит. Ну, сверху на моем острове. Угу. Сейчас попробую. Да не трогай, или, он его, пускай в ГГшку пускай. Хорошо, я так отдохнусь. Нет, венгер. Что? Плимуту плохо. Ничем не могу помочь. Простите. Так. Что за фигня? Это... Слушайте, а может мне... Ну, хотя тут еще можно... Давай, так, тут надо купить рабочего. Тут еще аквакультуру. И поменять вообще лян местами, наверное, с Рейной, я думаю. Че, я ставлю динамически, он уже должен быть нормальным. Давай. Ну, нет. Ладно, поставлю обычно. Блин, что-то слабенькое. Надо все-таки апостолов, наверное, сделать. Так, этот на что у нас? На технологии. Попробуем. Леша, мой скаут приплывет к тебе через 6 ходов. Зачем? Чтобы ты его убил. Да не буду его убивать. Почему? Я не такой кровожадный. Исследовательские гранты. Просто я не строю космопорты, потому что пока на данный момент они на самом деле не нужны даже. У нас тут куча... Так, слушай, а может тут все-таки театралку... Блин, тут затапливать сейчас будет. Ладно, я бы священочку... А давайте вот здесь... Построю святилище, дальше я куплю тут все. Следующим ходом. Так что, Англия, ты успеваешь? Да. No. Нет. Ну, как-то немного успеваю, но... Из валеты не то, да? Ну, то есть, из валеты даже... Да нет, я построить-то построю. Открыть же надо. Думал, успеет. Потом плену на это и все.
Блин, 200 за тропический лес рядом. Такая хрень. У меня тут два тропических леса. И тут три, видимо, да? Ну, мы союз с ацтеком заключили. Это к тому, что если вы думаете, что он на меня нападать будет, то нет. О, с утроенной силой. Конечно, фигня. Ну, первое с утроенной силой — это прикольно. Блин, ты мне тут весь проход засрал. Вот стек. Следующим ходом, сорян. Крапать надо. Уважаю ГГшки, которые апаются. Юниты какие-нибудь такие, типа арты. Блин, а, и нет, у кого еще, на карте еще нету, а вот рано лян. На удивление нефти больше, чем угля. Блин, ну что, я опять в темный век? Хотя мог и попробовать, конечно, в героический. Он Йоханнесбург танк построил. Неплохо. Две клетки. Нормально, да? Так, надо с инком углем поторговать. Инк предложение. Норвег сделка. Да. Обожаю эту игру. Нет, да, урана? Мы не завезли. Одна единица нефти. Ладно, давайте военную академию. Так, с венгром мир надо заключать.
Венгар предложение. Англия предложение. Блин, как-то разграбили, если я... Чё за хрень? Я ж ему купил, чтобы они не нападали. А давайте тут... Или не надо нам пригород? Не, наверное, не надо. Какой я молодец. Не успел бы. Открыл коммунизм, не успел его принять. Нет, либерализм надо ставить. Вписываешься в его разборки. У тебя просил? Не просил. Вот что счастье надо. Нам больше всего будет давать. 653. Нормальненько. Слушай, ты можешь этот чхун-чхун, да, блин? Да, сейчас. Я его колупал, и китаец меня обманул и не захватил его. Не сдержал обещание. Это, на самом деле, я поэтому напал, Леша. Я просто чувствовал, что он не сдержит обещание. Ага. У Перса никакого до дорогу нету, если уже и так последняя дорога у Перса. Или там какая-то дополнительная, уникальная. Нет. Что? Ну, у Перса дорога на один уровень выше всегда. А если и так, как всегда? Ну, я уже услышал ответ. Спасибо. Кстати, что с нефтью? Я вижу, тут нефть. Да, только две вот этих нефти и есть. Ай-яй-яй, шпион из Норвежской империи был пойман. Ай-яй-яй. А вот и спасли эти 237 золотых от голодной смерти. Не знаю. Не, если спасли, то как бы респект вашим храбрым шпионам.
Не знаю, у Лёши можно 600 монет воровать. Ну вот у Лёши, да, я там не сомневаюсь. Зачем у вас ковровы? Что может быть лучше в этой игре? У Норвега нет ЦКшки, чтобы воровать. Отстой. Там бы сейчас насыпало. Кстати, а чего зависит количество голды ворованной? От того... На этом пока все. Спонсоры канала продолжения могут посмотреть прямо сейчас во вкладке «Сообщество». Для всех остальных оно появится завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока! Бристоль.